Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта военноедело.ком. Сергей Чемизов заявил о готовности поставить Турции Су-35 и Су-57. Как передает ТАСС, Россия готова поставить Турции истребители поколения 4-2 плюс Су-35 и истребители 5-го поколения Су-57. Об этом на авиасалоне Dubai Air Show 2019 заявил глава Ростеха Сергей Чемизов. Глава госкорпорации рассказал, что российская сторона сделала Анкаре свои предложения по поставкам истребителей, и когда турецкая сторона примет решение, Россия будет готова начать производство и поставки самолетов. СМИ неоднократно заявляли о том, что после отказа Вашингтона от продажи Турции F-35, Анкара всерьез присматривается к российской авиатехнике, однако решение окончательного до сих пор не принято. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.